Доброе утро. Вот такой вот тут серьезный парень ходит. Мы с ним вчера знакомились, да. Хвостом мотает. Мои хорошие, представляете, 10 утра. Да. А я только проснулась. Это мой золотой. Ой, ну я вам сегодня всех покажу, да. Тут и кошки замечательные, и всякая птица, да. Это. Ты мой хороший, да. Снег прям здорово. Наша машиночка стоит. Устали, да, вчера устали. От дороги устали. Ну ладно, доехали, приняли нас хорошо, все, теперь выспались, сейчас все встанут. Ой, да, хороший. Ну посмотрите, какая царица прям. Ты моя хорошая. Вчера сама пришла ко мне. Познакомились, погладились. Посидела сколько хотела. И пошла по своим делам. Королева, да? Ты королева. Ну ладно, я ж, ну что ты, господи. Такая мягкая, хорошая. Да. Ох, какая кошка. А это боится, опасливая. Подкидыш. Вот еще, пожалуйста. Ай, не могу. Да. Это ж такая хорошенькая. Это еще непривычная. Кошачье царство. Загоняют парня. Он думал поиграть, побегать. Ой, как хорошо. Маленький. Да что ты? Да тяжелый. Да нет, тяжелый. Детский сад. Да. Но это разберемся, потому что. Курочка-то, глянь, на стене-то, Таня. Сейчас должно быть красиво. Да. По фэншую. Да. Вон они. Яйца лежат. Вон они сидят. Перепелочки беленькие. Вот тю-тю-тю-тю. Ой, господи. Зашевелились как. Знают. Подожди. Конечно, знают их же. Они хоть и птицы глупая. Но есть-то хотят. Понимаешь, что если кто-то пришел, значит сейчас еды дадут, наверное. А яйца они сами выкатывают сюда. Да. Какие? Не глупые, значит. Не, они глупые, у них инстинкта нет насиживания вообще. То есть они сами себя воспроизвести не могут уже. Они уже не настоящие. А я вот что-то у Марины и не спрашивала, почему они все время у них инкубатор-то. Это, оказывается, вон почему. Конечно. Ой, все. Пошла жизнь. Закипела. Ага. Эти все. Короче, и пока они уходили больше на продажу, ага, чем на свою еду, потому что выгодно. Что их продал на
одну курицу продал, мешок корма купил. Угу, минутки. Тепло у них тут. Толстые такие. Ты еще худые. Лезут, давят друг друга, господи. Куры? Да. Не зря про них говорят. Единственные, которые от себя гребут. Чтобы получилась лесная бройлерная, вот надо удалутку скрестить с пекинской уткой. Господи. Я смотрю, он один там что-то командует. Это мужик. Да, цельное хозяйство, Тань. Ого. Вон, яички. Ветра нет, хорошо. Представляете, а мне с утра, я только проснулась, звонит Лариса Артамонова из Воскресенска. Переживает, что я... СМС-ки до меня не доходили, а у меня интернет был отключен мобильный в дороге. Ты мой хороший, ты мой красавец. Лежит, да. Лежит, поглядывает. Смотрите, какие елки у соседей. Огромные. А вот там он, вон там, там еще она больше. А вот это дуб. Ой, я-то рада снегу. Я наконец-то хоть снег увидела. У них ворота в хоккей играют. У них еще два мальчика. Но их сейчас нет. Потом я их покажу. Они у бабушки. У бабушки с дедушкой. Вот. Это вот у Даниной мамы. Такое хозяйство. Красотка. Ты красотка? Ой, отстаньте от меня, да? Отстаньте. Ой, я уже чего-то это... Что был Новый год, что не было, прошел и прошел. Вот, а это... Ребята любят путешествовать. Вот тарелки, как у Марины. У моей тоже тарелки. Тарелки, тарелки. Нет, чего ты? Я, короче, могу сам. Короче, совладать с С кофемашиной. Вот тут. Тане очень нравится Гуанчжоу в Китае. И Стамбул. Да, еще Стамбул она любит. Она семейная идиллия. Это ты гляньте. Такой у нее окрас обалденный. Я вообще люблю вещи, которые разглядывать надо. Ее можно разглядывать бесконечно.
Поехала. Танюша поехала в магазин. Ну вот, позвонила сейчас Марине. И не знаю, что делать. Маринка болеет. Она говорит, приезжайте, если не боитесь. Но она грешит на то, что было там поздравление Деда Мороза. Она говорит, бегала туда-сюда, на улицу, раздетая. В общем, не знаю, что и делать-то. Наверное, все-таки надо отложить до завтра. Она сегодня к врачу поедет, ее посмотрят, послушают, что там у нее. Прям вот надо же, не вовремя, как все это дело. Ну что делать-то? Ладно, посмотрим. Ну, очень хочется, я по ним соскучилась. Хочется увидеть, не знаю.